Вот, кстати, ты спрашивал, типа, одно очко поломано. Вот у кого-то в жопе, да, два очка. Или это буква В. Хотя, возможно, что это просто сиськи. Да не, это очки. А у нас была такая, такая вспомненная бабушка. Угу. О, точно она. Блин, я думал, это дверь, прикинь, я пошел открывать ее. О, видал? Ага. Аккуратно, сейчас позвонишь еще куда-нибудь, не дай бог. А там Сталин ответит. 2005 год, блин, даже разглядеть не могу. Зрение очень плохое. Так, ладно, понятно. Я маме звоню. Маме звонишь? Не надо, сейчас скажет, быстро идите домой обедать. Идите обедать. А, надо идти, да? Да. О, это, походу, столовая была. Нет. Ну как нет? Как да. О, а дай выключу. О. Чуть не шандарахнул, да? О, это, видишь, там нагреватель стоит. И он нагревает, да? И он что-то нагревал, короче. О. Я выгляжу, бомбу нарыть. О, график, календарь. 17-й год уже. Кто где что, как работал. Завода АМО ЗИЛ. Хоп-хоп-хоп. ЗИЛ еще в 17-м году работал. Странно. Мне кажется, кто-то потерял. Странно. Очень странно. О, видел? Это? Шестеренка, ну, которая вращается. Угу, деревянная. А. Или асбестовая. А вот дверца. О, чуть не прошел, даже не видел. Так, шматье тут какое-то лежит. Хавчик тут какой-то. Посуду, в смысле, для хавчика. Угу, угу. Вот такие вот плакаты везде были. О. Ёк-макарёк. Здесь сделали одежду. По-любому. А чё у ней с сиськой-то? Точнее, с двумя. Ладно, не буду. Я понял, ты к ней проникся. Угу. Такая потайная дверь была. Ничего себе. Ну, и что ты хочешь сказать? Что здесь такое было? Производство чего здесь было? Неплохо. Неплохо. Представляете, докуда мы дошли? Я сам в шоке. Слушай, походу было какое-то вредное производство, потому что вот эта вытяжка. Вот. Одна предназначена для того, чтобы что-то вытягивать.
Ну что там? Понятно, что там? Вот смотри, вот. Слушай, вон какие-то мониторы, осциллографы какие-то. Видишь, да? Я не говорю, что здесь точно что. Слушай, а там вообще жидкость какая-то налита. Офигеть. Прикинь. А зачем? Не знаю. А можно старшего позвать, спросить меня? Во, здесь тоже, смотри. Походу, они как-то тут сильно нагревались, что ли? Это копирка, что-то печатали. А, это копирка? Да, прикинь, целый рулон. А это вот бумага, на которой печатали. Какие-то проекты, еще что-то. Ч-ч-ч-ч. Во как. Ну, с одной стороны, видишь, она пачкается, а с другой стороны, чистая. Да, тут, конечно, просто глаза разбегаются. Помимо одежды, тут много всяких мелких вещей. Вот. Вот, к примеру, блин, жалко, его уже разобрали. Весна 202-я. Был такой, был, да. Так, слушай, вот это точно швейный станок был. Это стол из-под... Да. Мама такой на работе была, она когда работала, пушка на районе. Угу. Еще я вот что хочу посмотреть. Ты прикинь, какая лампа. Лампа? Насколько она вот? Я не знаю. Но она лампа. Она прям реально лампа. А вот как она светит, я тебе даже сказать не могу. Мне кажется, вы в такой одной лампе поставите, что вы очень долго не другой давно машину, так прям стали расходить. Тут какие-то микросхемы, что-то еще. Я даже сказать не могу. На мячик, и потом получается такая... Угу, да. Люстрка, типа люстрка. Не вешается на влаге, и очень красиво висит. Где он взял? У меня прям написано, что она Диана. Диана? Ну, надеюсь, что все-таки ей было приятно, когда с ней творили это. Но мы этого не узнали. Так, мы что, туда идем? На чердак-то? А мы еще там на лестнице, на чердак выйдем. А там же нету, это, чердака. Разве? По-моему, да. Вот, смотри, какие черевички модные. Смотри, какие перчатки. Ничего себе. А это... А бойцовская? Не. Для чего она нужна-то? Мне кажется, чтобы тебе руку не проткнул, пока ты шьешь. Ну, как по мне. Или, может, учились? Йоу! Может, это... Я, честно говоря, не знаю, но это. Есть какие идеи там, расскажите. Такая шаршавенькая. Как думаешь, ее проткнет иголка? Проткнет, ну да, конечно. Проткнет, да. Че? Продвинемся вперед. Мне кажется, у нас один этот цех, наверное, на две серии уйдет. Парни, я полез.
Может быть, надо было мне подняться и посмотреть, что и как там. Ты сейчас поднимешься, потом спустишься. Слушай, а здесь стол стоит. Я даже не могу понять, как его сюда затащили. А, тут маленькое помещение. А, и все, какая больше ничего нет? Лифтовая. Какая лифтовая, если здесь нет лифтов? А, понял. Журнал. 96-й год. Вот, смотри. Угу. Здесь, походу, стоял двигатель. Он что-то вырабатывал, да? А, магнитная станция лифта, все, вижу, вот. Вот, так, да. Так, это что здесь у нас такое? А схема тут. Ты прикинь? Ну, на месте. Да. И вот как раз ты спрашивал про ключ. Вот как раз этот ключ. И вот он здесь вот одевается и снимается, чтобы mm-hmm. кто-то не мог включить. Понял? Mm-hmm. Видишь, сюда приходит и раз, ну, замыкаешь, и электричество пошло. Да попробуй. Да, это сейчас что-нибудь будет. А так там же надо замкнуть. Вот, и больше так никогда не делай, и я так больше делать не буду. Вот, потому что так... она может быть да, там включена, да? И... Нет, она может быть соединена с охраной, и они такие, о, а там у нас кто-то лазит. А, круто. Блин. Хотя, в принципе, ты уже взрослый, скоро ты это поймешь, когда на тебя надвигается жопа. В смысле? А, то, что быстрее надо? Хрена тут кто-то бежал, что он потерял. Два кроссовка, да? Кроссовок один. Нет, нет, их два. Два? Да. Ну, значит, два. Он это просто... запасной выход, нам надо вот туда, отец. И там у нас еще один этаж должен быть. Как еще один? По-моему, это всего, это крыша. Нет. Вроде как, нет. Вы идете? Ага, а фонарик есть? Опа, а ты что здесь не посмотрел? Ты прикинь? В этот раз нас тоже будут тут стебать, да ты прикинь. Подпись тут документацию. Актовый зал, потому что, видишь, она поднята. Да. Это был ёлочка. Актовый зал. Вот. Лампа, вот видишь, валяется большая. Сиденье, кстати. Ты в курсе, что это отзела кожаная? Удобная, кстати. Нет, я тебе серьезно говорю. Это сиденье отзела кожаное. Угу. Оно реально кожаное. Я понял, что здесь делают. Вот в той комнате. Сиденье шили. Да. Вот да. Ты посмотри, оно насколько вообще клевое. Ты просто сядь. Я же в таком ездил у тети Тани. Да. И еще едешь, он такой, ну, подергивается, там же колеса квадратные. Еще, вот кто не ездил на зилах, там на торпеде стоят такие кнопки. И можно его запрограммировать. И он у тебя будет ехать и 200 километров, и 300 километров в час. Ты веришь? Да. Я обманул. Это прикол. Да я знаю. А если бы ты не сказал то, что вот ты пошутил, то нас бы опять бы захейтили. Серьезно? Да. Ну, сказали бы, что он дебил и какую-то фигню придумал. Прикинь, мне похрену вообще, что они думают обо мне. Вообще срать хотел. Так вот, это, смотри, вот это... Тахометр. Правильно. И видишь, он до 3000 хватит. Достаточно, да? Вот, да. Больше не надо. Там просто стоит ограничитель. И он может на самом деле и 9000 выдавать, и 20000 выдавать.
Но 30 – это предел. Ну, иначе нас никто не догонит вообще никогда. Давай, тахометр. Ничего себе. Что это? Что такое? А что это? А это ролик, что ли, какой-то? Да. И что такое? Заклинило. Я так и знал, что надо было с тобой на машине ехать, этот, на кораблике кататься. Не надо было? Надо было на машине ехать, я говорю. На кораблике кататься, чтобы нам было потом проще отсюда уезжать. О, ты в этом плане? Да. Понятно. А, серьезно? А я думал, выше есть. Разочарование. А я же тебе и сказал, что нет. Что у нас по времени-то? 18 часов. Ошалеть. Ну, футбол я пропускаю сегодня. Блин, ну прости меня. Да ладно тебе. Что, последний раз смешивай футбол? Че мы, крепим, нет? Кого? Давай эту штучку я сюда прилеплю. Давай, на-ка, подержи-ка. Секунду. Хоп. Вот так, да? Угу. Вот так? Да. О. Ну идея прикольная, да, с двоичным кодом. Да. Одобряется. Слушай, что, получается, что все прошли? Да. Что, мы выходим или все-таки дойдем до туда? Как ты думаешь? Вообще, думаю, головой. Ну, то есть, ты хочешь идти по дебрям? А? Ты хочешь идти по дебрям? Ой, не знаю, есть ли там проход. Я что не знаю? Я говорю, ты хочешь идти по дебрям? Не знаю, есть ли там проход. Держу. Все, держу. Вон. А куда идти? Вон то синее здание. Да? Да это же шалей. Ну давай, наверное, на сегодня хватит. Да. Вот так вот. Покатались на кораблике, да? Да. Что, туда заканчиваем? Да? Дай бог нам теперь сюда выбраться. Потому что видели бы вы эту дорогу. Это отдельная тема. Мы вообще находимся на территории ЗИЛ в Москве. Вот. То есть там сейчас строят, грубо говоря, жилой новый район. Да. Мы пошли весь этот жилой комплекс, который под забором. Ну как, он под забором, но мы перелезли там через другой забор, как, допустим, на площадках. Вот. И перелезли его обратно. Вот. И сейчас мы находимся здесь. Там собаки, там охранники. Вот. Будем как-то выкорчевываться отсюда, да? Угу. Как вам заборщик на этот раз? Ставьте лайки. Да, и пишите свое мнение по поводу данного мероприятия. А то я брошу нахрен и не буду ничего это снимать. Надоело уже, реально. Все, ждите нас снова. Бам.